давно ищу Пита. Ищу отца, готового сделать то, что не захотел. Пожертвовать собой, чтобы спасти сына. О, я искал, искал, искал. И тут я вспомнил тебя. Столько убийств? Всего лишь поиски отца, способного спасти сына? Всего лишь поиски отца? Ты хоть представляешь, каково чувствовать себя ничтожеством в глазах собственного отца? Поверь мне, я страдал. Меньше своих жертв. Я прошел все испытания. Верни мне моего сына! Он здесь. Осталось только открыть решетку. Надо открыть эту чертову решетку. Надо найти что-нибудь. Я вытащу тебя оттуда, Шон!
вооружен и очень опасен. По приказу открываем огонь на поражение. Повторяем, на поражение. Эш, снайперы на местах? Да, лейтенант. Они ждут команды. Отлично. На сей раз он не уйдет. Открываем огонь, как только он высадится. Эй! Вы там! Что вам нужно? Лейтенант, меня зовут Мэдисон Пейдж. Я журналистка. Я докажу, что Итан Марс не виновен. Он не мастер оригами. Что здесь делает журналистка? Я же приказал всем молчать. Уберите ее, пока не полезла под пули. Есть, лейтенант. Ладно, пошли. Вы совершаете ужасную ошибку, лейтенант. Итан Марс не виновен. Я докажу. Пожалуйста, дыши. Не умирай, сынок, пожалуйста. Дыши. Ну же, дыши. Шон! Я думал, ты умер. Папа, я знал, что ты умер. Эш, убери ее, наконец. Марс не виновен, черт возьми. Он не виновен. Эй, вы куда? Случилось? Там копы. Снаружи. Они окружили склад. Только ты выйдешь, откроют огонь. Я выйду один. Поговорю с ними, объясню. Пристрелят, не успеешь рот открыть. Слушай, мы выйдем все вместе, подняв руки вверх. Всех нас не пристрелят. Я могу доказать твою непричастность, Титан. Слушай... Прости, что не поверил тебе. Я думал только о Шоне и решил... Неважно. Самое главное, ты спас Шона. Thank you.
спаси меня! Пожалуйста, спаси! Полиция сегодня объявила, что Шон Марс найден совершенно целым и невредимым. Мальчика держал в колодце убийца-мастер оригами. Успешное спасение мальчика стало возможным лишь благодаря Итану Марсу, которого полиция одно время считала убийцей. Его невероятная смелость и упорство позволили сорвать жестокие замыслы мастера оригами. Комиссар полиции принес герою официальные извинения. Главная новость дня. Наконец-то полиция выследила убийцу так называемого мастера оригами. Скотт Шелби, белый, бывший лейтенант полиции, он выдавал себя за детектива, нанятого семьями жертв убийцы. Шелби был убит в ходе проведения полицейской операции, однако подробности событий пока не уточняются. Скажем так, ее подобрал друг моего друга. Если нравится, берем. Эй, пап! Я вроде выбрал комнату. Ну, что скажешь? Это чудесный Итан. Мы забудем о том, что случилось. И будем жить обычной жизнью. А прошлое вскоре покажется дурным сном. Мы заслужили право на счастье, Итан. Все трое. Сегодня и признан всей страной новым героем нашего времени. И недаром он почти единолично положил конец серии жестоких преступлений, совершенных мастером оригами, и спас мальчика по имени Шон Марс. Его решительность и острый ум заслуживают восхищения. Норман Джейден! Здравствуйте!
want to see them again. I'm a father too.